Привет всем! Сегодня раздаю подарки. Простой прием, как быстро выйти из ненужного возбуждения. Вы с кем-то поссорились, что-то услышали, вас заволновало это, ночью проснулись от кошмара, или какой-то занудный сон снится, от которого хочется избавиться, или какая-то мелодия в голове застряла, хочется ее убрать. Как от этого избавиться? Непонятно. Простейший прием – 15 секунд, и ваша голова совершенно свободна, чиста, вы можете загружать в нее очередную глупость. Следующее. Прием избавления от зависимости. Допустим, вы никак не можете перестать есть сладости, или курить, или выпивать, но это святое, не трогаем. Или вам все время хочется объяснить кому-то, как ему правильно жить, начальнику, своим подчиненным, знакомым, которые лезут, родителям, чтобы они отстали от вас. Ну, правда, родители здесь посложнее немножко. Вот, и так далее. То есть мы не хотим вмешиваться в чужую жизнь, не хотим что-то объяснять другим людям на уровне ума. А сами бессознательно все время влезаем. Мы зависимы от нашего стремления причинить кому-то добро. Как отстраниться от этого человека, как вывести его из круга своей заботы и жить своей жизнью, чтобы он жил своей. Работа вас достала, вы все время в голове крутится, как же так, да как, почему так происходит, да почему такое, как не можете угомониться. Раз обрезали, работа, все, она сама по себе, вы сами по себе. Это не значит, что вы туда не ходите, но вы туда ходите, но вы приходите в самодостаточном варианте, и окружающих вы не пытаетесь строить, доказать им что-то, объяснить им что-то. Пусть живут своей жизнью, вы живете своей. Как перейти в такое равновесное состояние? Можно за 60 секунд. Нет, за 40 секунд. Можно за 40 секунд перейти. Прекрасный прием, как освободиться от зависимости. Третий прием – это прием для женщин. Как сохранить свою молодость, продлить? Понятно, что есть процедуры, косметика, косметологи, хирурги и прочее. Это все очень дорого. Я даю психологический прием. Прием, когда вы что-то делаете, ну, обычно перед сном. Это помогает, кстати, заснуть. Вот даже возбуждение какое-то было. Вы сделали этот прием и заснули. Ну, перед этим успели сделать. И ваши процессы старения тормозятся. Тормозятся. Конечно, вы занимаетесь физкультурой, надеюсь, там что-то еще делаете. Но это чисто психологический прием, который помогает задержать ваши процессы старения. И вы можете в ближайшие 20 лет сохраниться в нынешнем виде, а может быть даже немножко спрыгнуть вниз. Но это сложнее. Лучше застревать в каком-то возрасте и дальше двигаться в этом возрасте по жизни. Все бесплатно. Пожалуйста, получите. Если не знаете, кто я, меня зовут Александр Свияж. Я автор всех этих книг. Целых 16 книг, вышли тиражом свыше 10 миллионов экземпляров в печатном варианте, переведены на кучу языков. Я рассказываю, как людям научиться жить правильно, жить радостно, жить счастливо. Те, кто читает, получают обалденные результаты. Я иногда их спрашиваю, как вы это получили. Они говорят, книжки почитали. Я думаю, может, и мне тоже почитать, использовать то, что там написано. Но некогда, все работа, какие-то новые разработки, что-то делать надо, вот подарки дарить, понимаете. А люди пользуются, и десятки тысяч благодарностей приходят, что только не происходит. И замуж выходит, и деньги находят, и с мужьями любовь заново начинается, и бизнесы открывают, и развиваются, и новых партнеров находят. В общем, все, что хотите. Ну, конечно, нужно немножко поработать. Это будет чудо, но чудо, которое сотворили вы сами. Эта методика называется «Разумный путь», она описана в моих книгах. Вы можете книги почитать на сайте Свияж.ру, зайти, пожалуйста, без проблем, бесплатно, скачайте, читайте, получите удовольствие, вразумляйтесь. И зайдите, получите подарки. Это все. Я рад за вас. А есть еще один подарок. Это видеотренинг «Как правильно мечтать». Мы все что-то хотим – денег, работы, любви, секса, отношений, здоровья, еще чего-то. Но мы очень редко четко это формулируем. Хотелось бы денег, хотелось бы здоровья, хотелось бы любви. А на самом деле, для того, чтобы наше подсознание включилось и помогло нам достичь этого, нужно очень четко сформулировать. Вот видеотренинг как раз рассказывает, как правильно двигаться к вашим целям, как правильно формулировать ту цель, которую вы хотите достичь быстро, без особых усилий. Называется «Как мечтать правильно, чтобы мечты сбывались». Тоже получите. 4 подарка, друзья. Заходите, получайте. Скажите спасибо Александру Свияжу. До встречи.